Как зовут главного героя в «Трех товарищах», какие предложения называются сложно сочиненными и только ли с глаголами не пишется раздельно? На эти и другие вопросы отвечали 165 губкинских одиннадцатиклассников. Сегодня они сдавали единый государственный экзамен по русскому языку. 100% явка сегодня. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 30 минут. В пункте проведения экзамена созданы все необходимые условия. Работают у нас 12 общественных наблюдателей, 4 из которых являются федеральными общественными наблюдателями. Всего задействовано 11 аудиторий. Для поступления в ВУЗ нужно набрать не меньше 36 баллов. Это минимальный проходной порог. Без этого обязательного экзамена ЕГЭ по математике в России не выдают аттестата о среднем образовании. А насколько успешным окажется еще один шаг на пути к студенчеству, сегодняшние школьники узнают через 2 недели. Результаты ЕГЭ по русскому языку объявят не позднее 20 июня.